И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в XCOM 2 War of Chosen. Продолжай проходить, у нас карательная акция Адвента, и поэтому мы сразу отправляемся. Вот такой вот народ у нас собрался, идет кто-то с пушечками, ну, в общем, более-менее так собрались. Хотелось бы еще, конечно, рейнджеров каких-нибудь взять, может быть. Но подумал, что надо как-то подкачивать народ, поэтому кого спасем... того спасем. Погнали, опричники. Погодка хоть хорошая. Отлично. Так, нейтрализуйте ударные силы пришельцев. Окей. Пошли. Нейтрализовывать. Вон тут гражданские, по всей видимости. Погнали. Вот еще есть гражданские. Пошли сюда. Ну давай как-то. Как-то я не знаю. По-быстрому. Отлично. Thanks. Нам всего шестерых надо спасти. Так что... Да ладно. Я понял тебя. Я понял тебя. У меня опять... И броня, и здоровье, и все целое, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Надо их сразу убивать. Вот ты, гаденыш, ты не можешь стрелять вот этих, которые рядом с тобой, а? Смотри, один промазал, да, другие стреляют. Такой отстой. Так, давай. Что мы делаем? Ты сюда? Вали отсюда. То сейчас здесь будет не очень все хорошо. Так, давай, это тебе. Так, что еще? Давай сразу же, руки молнии. Да не ори, сейчас все будет. Сейчас все будет хорошо. Так, отсюда всех увидим. Отсюда всех увидим. И отсюда всех увидим. Давай, перемещайся. Так, есть контакт. 100%. Отлично. Пойдет. Неплохо. Так, просто вот здесь я видел, уже стоят. Вот в чем дело. Поэтому мы... Огонь. Ты не сдох, что ли? Вот же гаденыш. Так, пошли, может быть, мы как-то пособираем пока что вот этих вот. Так, давай, вали. Отлично. Потом, наверное, как-то вот так. По нему стреляли, поэтому... Да-да-да, я понял вас. Так, дальше. Так, ты все. Элитный солдат. Элитный солдат. Ну, элитный солдат у нас просто такой лайк и босс. 65%, офигеть. Но ничего. Он справился. Так, отсюда. Нормально. Отсюда видим. Огонь.
Хорош. Разобрались. С этими разобрались. Дальше. Дальше. Давай-ка. К могучей кучке подходи. Вот они. А что, не запалили? Вот. Давай. Пошустрее. Кто там? Надо бы как-то... Да ну... Че, серьезно? Эй, не пали меня. 6 хп. Нифига ты. Походить-то. Нормально так прогуляться, да, может? Так, а этих сейчас мы увидим, если то они начнут разбегаться, правильно? Просто было бы неплохо там по ним пострелять. В целом. 6 хп. Блин, с винтовки у нас интересно сколько? 5 было. Ну, минимальное повреждение, я имею в виду. Так, давай. Погнали. Так, говорят, взрываются, да, эти засранцы? И мне якобы сильно-сильно повезло, что они не взорвались. Так, стопэ. Что мы делаем? Так, давай. Вот тебя, наверное, мы убираем от седого. Или для начала мы... Может быть, здесь устроим, как бы... Замесик такой небольшой. Или все-таки соберем, как бы, народ. Даже? По-моему, это будет... Дал? Бесишь? Это не может продолжаться же вечно, правильно? Поэтому... Раз и запалились. Да-да-да. Так. Тогда. Чего делаем? Просто... Блин. Да нет же! Не хотел. Ну, собственно, тоже не взорвался. Так ты отступаешь. Ты у нас. Сюда стреляй. Отлично. Ты у меня тогда... вот этих запалит, блин, да? Давай, занимай вот эту позицию. Красавчик. Просто красавчик. Что я могу сказать? Ой, на-най. Ну давай, вариантов-то особых не остается. Так, есть. Я даже прям не знаю. Ну давай вот так. Неплохо. Так, эта фигня взорвется, если я правильно понимаю все. Давай, стой вот так пока что. Вот они, друзья, товарищи, прибежали. Так. Сейчас у нас Виолетта немножко пострадает. Конечно. А может и не пострадает, потому что ему пофиг, он стреляет. Нет, пострадает. Будыщ.
Бедыщ. Вот там целая грядка нарисовалась. Нарисовалась хрен сотрешь, да? 48 у этого друга, который спрятался. Так, побежали. Ну, давай. Будем резать их. Вот так вот. Там урон отражать, на мясорубке их встречать. Ну, в общем, будем развлекаться. Так, дальше. Дальше, каков план? Нормально, в укрытие сядем. Все хорошо. Пошли, попробуем. О, нормально. Красавчик просто. Отлично. Минус. Минус. И это хорошо. Дальше. Так, сюда. Ну давай, наверное, жирненьких выхлестнем. Вот этих, например, да? Отлично. Капец, было А, там легкий курок этот. Ну, в целом тоже норм. Так, пошли сюда. Гремлин лечения идет у нас сюда. Так, от греха. Пускай будет. Так, есть. Здесь мы 49. Не очень круто. Так, давай, уходим. Как-то теряемся. Так, ты сюда. Дальше. Ну, вы, ребята, наверное, вот с этим другом развлекаетесь, да? А мы тем временем пошли отсюда. Куда-то подальше. Отлично. Солдатик. Давай вперед. И нам еще двух надо спасти каким-то образом. Каким-то образом еще двух надо спасти. Понятно. Сорок девять. Не очень мне нравится. Поэтому перемещаемся вот сюда. Вот здесь получше уже, да? Огонь. Прекрасно. Прекрасный выстрел. С поджогом на... на 14 крита. Куда пошел? А ну стоять. Оп. Давай, и стреляй. Понятно. Смотри, тоже бздят, да, что? И отражает урон. Нет, не отражает. Этот вообще решил постоять в чистом поле. Сейчас мы с ним поговорим. Здравствуйте. Бенч. Виолетта сегодня просто страдает. Эй! Да что ты творишь-то? Мерзавцы, а? Вот этого не надо. Так-то нормально, да? Запустил в толпу странников и концентрацию на максимум просто набрал. Так, отлично. Работаем. Работаем мы, пожалуй, вот таким вот образом. Вот был значок вот на этом, что я его вижу, типа. Был. Капец какой-то.
Один хп. Виолетта явно не хочет в мемориал, да? Нормально. Так, тут перезарядка. Погнали. Тут мы куда-нибудь отваливаем. Нам нужны еще гражданские. Но, похоже, мне не дадут к ним пройти, да? Тут как далеко? Так, давай, например, сюда. Что, не работает? Отстой. Отстой. Так, давай, с этими попрощаемся. У нас перезарядка будет. Нормально. Так, это тебе. Это тебе. Я уже думал, промазал. Так, перезарядка. Это тебе. Неплохо. Это... Только этого видишь, да? Нормально. Нормально. Пойдет. Дальше. Дальше каков план? Ну, как вариант, можно, например, вот сюда пойти, да? И вроде как мы должны спасти. А с другой стороны, хотелось бы кого-нибудь зарезать. Например, тебя. Пошли. Вот так вот. Еще какой-то пак загрели, по всей видимости. Отлично. Отлично. Да капец ты живучий, да? Живучая сволочь. Так, ну здесь, наверное, мы... Ой, он еще так медленно ну, мало гранату кидает. Давай-ка, иди на передовую воевать, а? А то что это по моим бойцам стреляют? Так. Давай, займи позицию повыше. Есть. Огонь. Неплохо. Ну, он сгорит. Без проблем. Хорошо. Так, дальше. Больше некому ходить, правильно? Пошли в атаку. Так, давай, ты меня здесь не отвлекай. Хорошо. 55. Может, бомбочку кинуть? Хотя... Нормально. Вот. А ну стоять. Куда-то улетел. Так. Этот опять призрачных зомби делает пачку целую. Но они сейчас убиться должны об этого товарища. Мы здесь убежим сейчас. Ну-ка, давай. Чтоб нам потом не тратить. Готов. Отлично. Второй. Готов. Прекрасно. Прекрасно. Так, снайпер, что мне скажет? Снайпер пока мне ничего не скажет. Пошли вперед. Так, где-то он тут сидит, да, по всей видимости. Да хорош, что ты загораешься-то, ну, в самом-то деле. Пошли сюда. Дальше. Пускай этот зомби бегает за нами. В конце-то концов, да? Если я все правильно понимаю, вот тот крендель избранный... Он вроде как не двигается. Пока что есть вот эти вот призрачные зомби.
типа стазис, все дела, да? Так, погнали. Погнали, посмотрим, где он там. Модифицированная настройка спуска неплохо так-то в целом. Угу. И еще одного. И будет хорошо. Так, ты сюда. Снайпер, пожалуй. Но я даже не знаю. Давай поближе как-то. Подтягивайся. Но здесь мы идем, наверное, вот этих спасать. Если окажется, что... мерзкий тип, то мы, собственно, его сразу же будем и резать, да? Отлично. Мне нравится. Угу. Они начинают превращаться. Так, сейчас посмотрим, как зомбарики бегают эти. И сможет ли он по щам прописать. Но здесь солдат стоит. Да, солдат там стоит. Молодец. Отлично. Так, здесь мы забираем тогда вот этого жмура. Отлично. И убегаем куда-нибудь дальше, да? Вот он. Вот он. Ну, в целом, можно ему взрывчатку кинуть. Серия нет, пожалуй. Давай. Вот так. Огонь. У нас же... Да хорош. У нас же пистолет вроде как игнорирует броню, правильно? Блин, на промахе ему добавляют броню. О! Так, ну пошли его резать тогда. Хотя это не очень круто, когда у него брони столько, да? Так. Откуда мы тебя увидим, друг ты мой хороший? Видимые цели. Во-во-во. Вот отсюда вижу. Пошли. Давай, ты должен броню разрывать, правильно? Огонь. Нет, не умеешь. О, подожди. О, капец, я говорил, такой Виолетта сегодня страдает. Привык. Это же у нас Иван. Точно. Прости, подлеца. Ну давай вот этого солдатика вот сюда, наверное, отправим. Посмотрим, как этот зомбарь взрываться будет, наверное, да? Огонь. Кровотечение, смотри. Прикольно. Так. Каков план? Как-то надо его мочить. Отсюда не увидим, случайно? Ну так, чисто. Нет? Блин. А так хотелось, а? Так, давай сюда. Занимай эту позицию. Ну а здесь просто на форсаже ломимся поближе. Блин. А, что с тобой делать-то, а? Не хочется в броню мне бить, но, похоже, вариантов никаких нету. Огонь. Прекрасно. Прекрасно. Пошли, будем его резать. Ты там пол не разнеси случайно. Давай.
Сейчас должны еще резануть, правильно? О! Нифига себе! Мой упал, а этот остался. Такой отстой. Ошеломление, 4 хода. Сейчас мы его тогда полечим. Полечить придется. Ну-ка давай. Как? Нет, зомби не атакуют. Да, нормальная такая грядка. Кто-то сразу напарывается. Отлично. Слушай, ну мне не сложно, я еще раз на крышу поднимусь, как бы. Мне это совсем не сложно. Огонь. На-ка. Так. Стопроцентная точность. Нормально? По-моему, нормально ему. Подождите, подождите, сейчас все будет. Готов. Готов. Угу. И? Давай рядом с ним сядем, чтобы его зарезать потом. С другой стороны, мы его и застрелим, наверное, да? Без проблем. Пусть Иван немножко покачается. Заработано повышение. Майор. Отлично. А то он у нас в больничку загремит. Ну давай этого тогда. Прекрасно. Норм? Или не норм? Нет, еще не норм. Странно. Так, это тебе. О, классно, всем по... всем повышение. Виталин у нас майор заработал, Иван заработал повышение. Еще там, по-моему, кто-то. Давай. Отлично. Угу. Здесь не можем. Окей. Пошли. Одиннадцать. Хорошо раздают. Давай, давай, подходи все дружно. По-моему, он на них просто посмотрел, и они умерли. Кого-то одного забыли убить. Все повышения получили, кроме полковника. Ну, в смысле, полковники не может получить, да? О, даже покрутить можно, нифига себе, не знал. Так, значит, что у нас здесь? Укус и жатва душ. Дополнительный клеймор. Разгром в целом мне нравится. Берем. Ну, нет пока. Пока нет. Давай, протокол восстановления есть. Кремучая смесь, двойной выстрел. Давай.
О. Разрыв. Выпускает волну пси-энергии в направлении атаки. Урон повышается с уровнем концентрации. Направленная волна не действует на изначальную цель разрыва. Наносит урон, равный уровню концентрации храмовника. 3 единички всего? Такой отстой. Рокировка. Обмен. Ну давай возьмем. Тут повышение. Страшно, верно? Отлично. Прекрасно. Спасенные гражданские. Модифицированная настройка спуска. Разведданные. Крисолиды всякие. Опять вагон странников. Нормально. Доход плюс 30 материалов. Хорошо. О, Иван, получена отрицательная черта боязнь архонтов. Подожди, а ты у меня будешь сколько лечиться? Офигеть, 13 дней. И только через 13 дней мы сможем его отправить на снятие. Так, ученый мне не нужен. Дальше, что мы? Материалы, разведданные, ученые. Поехали. Поехали на разведданные. Нам пару деньков надо подождать. У нас будет саботаж. Минус 2 единицы проект аватара. Это будет хорошо. Отлично. Получен опыт, получен опыт. Прекрасно. Прекрасно. Дальше. Контакты сопротивления можно, да, прокачать? Давай. Попадание в плен — это нафиг. Засада, уровень слабый. Нормально. Immediately. Еще один, блин. Тайгана мне только ее не хватает. Да еще один появился. Immediately. Commander, we're making progress piecing this thing back together. But it hasn't been pretty. Our soldiers completely disabled this unit in the field. What we're hearing is merely a byproduct of electrical impulses. I assure you, it is well past the point of feeling pain. I'll take your word for it, Doctor. I'm sending you a new sequence now. These are coordinates. Return coordinates. I think we've got a point of origin. Well, part of one. Something else. Something underneath. One more. The unit is attempting to block further access. That's not all it's doing. I'm losing the data we've already decrypted. Almost there. Just one more adjustment. Forget the data. It's accessing the power core. Overriding my safety. Increasing power levels to Tigan. Sever the connection. There. Some sort of fail-safe protocol, I imagine. The Codex must have intentionally overloaded the interface to prevent any further theft of information. Still, I believe I was one step ahead. That's an enormous amount of data. Yes, and I expect it may take some time to decipher. Better get started. I don't think we're going to be able to do that again. Чёртовы учёные. I'll proceed with the necessary research and preparation. With your approval, of course, Commander. I'd also suggest we look into those coordinates. That's if I could reconstruct the data we lost in the transfer. I just hope it was worth it. New objective added. Отлично. Завершить теневой проект расшифровки данных кодекса. We're making progress, Commander.
Мы делаем успехи. Я обновил список задач. Отлично. The Codex appears as an anomalous form in an almost constant state of flux, seemingly only present in our world for milliseconds at a time. However, it was apparently not immune to the effects of conventional weaponry. New objective added. Looks like we've got our work cut out for us. Здание недоступно. Элитный офицер, элитный копейщик, тяжелый мэг, крисолит. В целом не так уж и сложно. Мы установим связь и тогда установим с этим регионом, да? Так, ну-ка. Там в целом можно еще ретранслятор построить. О, костюм рейндж. Рейдж. Типа ярость. Так, давай посмотрим. Мы, конечно, это уже видели, но я хочу еще разок это дело оценить. Где у нас там рейнджер? Оснащение. Мобильности дает. Мощный удар по противнику, находящемуся в пределах дальности перемещения. Сверхтяжелая броня, повышающая мобильность и допускающая установку тяжелого оружия. Позволяет своему носителю наносить огромный урон в рукопашном бою. С некоторой вероятностью вызывает панику у мутонов и берсерков. Во! Во! Ха-ха! Видели? На полу шкура этого мутона. Вот, вот это костюмчик. Это я понимаю. Прикольный такой, ладно. На миссию мы кого-нибудь в нем снарядим. Я думаю, это будет хорошо. Давай, усиление сигнала. Так, есть. В засаду не попали. Все нормально. Артем получает новое звание. Давай-ка глянем. We've constructed the ring facility, Commander, but currently we don't have any soldiers deployed on covert actions with the resistance. Давай, беглый огонь. Это понужнее будет немножко. От слова нужно. Strategic resource located. Так, отлично. 46 разведданных. Прекрасно. Так, было бы неплохо еще до черного рынка сгонять. Я не помню, с этой поставкой гоняли мы, не гоняли. 114 разведданных, в целом неплохо. 551 материал. Нам, по идее, надо бы снайперки купить, но, опять же, плазменные снайперки нужны, они нам не нужны. Даже не знаю. Ну, давай вот это вот возьмем. Остальное все не очень как-то. Эллирия, в принципе, можно было взять, да, чуток. Ну ладно, пошли, наверное, в Европе построим ретранслятор, получим вот эту форму одежды боевая, вот этот бонус получим. Давай, сколько здесь? 250? Нормально. Поехали. Я, честно говоря, рассчитывал, что при исследовании склянок, вот этих всяких разных, то, что мы у кодекса данные получили, я думал, честно говоря, что вот это все будет давать нам минус к проекту Аватар. Ну и здесь новые цели. 22. Крисолит, безликий, элитный копейщик, привратник, шарики. Странник Амбал. Блин, вот это вот надо убирать, конечно же. Плюс один проект Аватар. А, 2 единицы к прогрессу Аватар. Блин. Похоже, месяц придется курить бамбук с невосприимчивостью пришельцев. 206 материалов, не очень мне интересно. Поэтому либо сюда. Здесь сектопод есть, зато смотри. Сектопод. Ученый мне нафиг не нужен. Инженер по факту тоже. Тогда остаются материалы, скрытые события. Блин. Я не знаю. Вот что выбрать? В принципе, проект Аватара мы в целом сможем справиться, напав на базы. И тем самым уменьшим проект Аватар, да? А вот это вот, вот это вообще чревато. Поэтому, скорее всего, в следующей серии мы отправимся вот на эту миссию.
за инженером, взлом пульта управления и все такое прочее. О высокой концентрации звероподобных противников в зоне проведения операции. Это крисолиды, да? Ну, неважно. Ладно, ребят, все, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующем видео. А с вами был Серега. Всем счастливо, всем. Пока-пока.